Дорогие подписчики, всех приветствую! В этот раз я решила связать. Научилась потихонечку вязать. Использовала три пряжи: красный, темно-желтый и серый. И что у нас получилось? А у нас получилось подарок — шапочка. У меня такого дизайна, интересный фасон. Я взяла с канала «Вяжем вместе с Леночкой». В описании будет указан ее канал и где его найти. Данная шапка была связана в подарок и очень понравилась тому человеку, кому была адресована. Мягкая шерсть. Я все укажу в описании, что и как использовала. Верьте в себя, ребята, дерзайте, все у вас получится. Всем всего приятного. Пока-пока. Да, кстати, поставьте, пожалуйста, лайк либо какой-нибудь комментарий.